Новый сквер имени Кемеля Токаева торжественно открыли в городе Уштобе Каратальского района. Событием, приуроченным к столетию известного видного писателя и журналиста, мастера детективного жанра, ветерана Великой Отечественной войны, жителей района поздравил заместитель акима области Рустам Али. Стоит отметить, общая стоимость проекта составляет около 500 миллионов тенге. Высажены хвойные и лиственные деревья, декоративные кустарники, а также цветники. Сквер обустроен парковой мебелью, также проведено освещение и благоустройство тротуаров. Здесь же расположились спортивные и детские площадки. В районном акимате уверены, что в ближайшее время парк станет излюбленным местом отдыха жителей Каратальского района. Уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, жители города Уштобе, района, от лица руководства области искренне поздравляю вас с открытием такого современного, комфортного, красивого сквера в городе Уштобе. Сегодня в городе Уштобе открылся вот современный парк имени основоположника детективного жанра нашего Казахстана Кемеля Токаева. Ну, парк он соответствует всем требованиям современным стандартам строительства Белая организация «Биэй Групп».